Ну чё за фигня с этой камерой всё время? Всё, время с ней какая-то байда. Тут все еще никого нет, раздевай. Рокли, привет. Я опять делаю это задание, прикоритесь. Опять. Фу, блин. Я уже не помню, что тут делать, блин, надо. Кстати, возможно, мое изображение придется сделать поменьше. Я еще не знаю. Я первый раз так стримлю. Так, стоп. Ой, что-то я слишком близко ее положила. Ну ладно, прокатит. Nike Fire, здорово. Почему у меня зависает стрим каждый раз, когда ты читаешь мое сообщение? Я не знаю. Это очень странно. Ну, вообще, наверное, потому что стрим только начался. И он, в принципе, вначале всегда зависает. Может, из-за этого? Да, здорово, здорово. Ай, блин. Я вчера после стрима тоже пыталась это задание сделать. Я его сделала, но то, что там надо кого-то дополнительно убить, у меня так и не получилось. Так что я просто сделаю все как обычно, и все. И закончу его наконец-то. Долго они едут, конечно. У меня дурацкий телефон, он, короче, гаснет, прикиньте. Я не знаю, сейчас кто-то что-то написал. Блин. Телефон мой взял и погас, блин. Ну быстрее. Привет, Кас. О, отлично. Пока все как по маслу идет. И чё? Запалил меня, нифига себе. Отлично, я правда заболела, поэтому... Ну, это фигня. Я приболела, поэтому я сижу сегодня
на теплом диване с покрывалом, с котом, короче. Вообще сначала я была под покрывалом, потом думаю, не, ну это уже слишком будет. Надо как-то. Вообще зависла, ну извиняюсь. Я не знаю, я тут ни при чем. Зависла, развисла. Ладно, закажу пока боеприпасы. Все равно они у меня закончатся скоро. Спасибо, Кас. Ну, я вчера просто в лес ходила и промокла вся, короче, и замерзла чуть-чуть. Вот, ну, в общем, это повлияло на мое физическое состояние. Ты как относишься к хоррорам, а то посоветовал бы тебе поиграть в новую Сому. Сейчас сам прохожу на PS4, просто отлично. Рокли. Ну, вообще, к хоррорам отношусь зашибись. Просто зашибенцу, обожаю. Ну, Сома, это, по-моему, просто какой-то клон всех вместе взятых хорроров. Очень похож на Alien, на... На что еще? Outlast. Все вместе, короче. Поэтому мне не очень. И не люблю вот эти вот закосы. Блин, случайно припасы взяла. Ну ладно. Как я пугаюсь. Я раньше в основном только хорроры стримила. Я играла в Чужого, в Evil Within, в Outlast и пугалась жутко вообще. Это было довольно-таки весело, действительно. Так что, ну, не знаю, какой-нибудь нормальный хоррор. Я за 1600 вообще не хочу брать. Привет, мистер. Сома этот создатель Амнезии. Я знаю. Амнезия как бы тоже не фонтан, по-моему, игра. Ну, как по мне. Не самый лучший хоррор. И вообще вот эти вот стандартные пугалки меня уже не пугают, потому что я все время смотрю ужастики. Вот для меня, например, этот... Until Dawn вообще не страшным был. Больше, знаете, вот такой психологический какой-нибудь напряг, вот наподобие Silent Hill. Вот такой, да, такой бы я с удовольствием, я бы пугалась по полной программе. Да блин, мать твою! Отлично. Стоять! Yes. Меня эта миссия уже просто с ума сводит. Я от Until Dawn ржал. Ну, да, там можно и поржать, конечно. Не, Until Dawn так себе, конечно, был. На Alien похож местами, согласен. В принципе, там нет глупых скримеров и прочих типичных вещей. Атмосферы, да. Ну... И те игры, знаешь, сейчас такие цены, что те игры, в которых я сомневаюсь, я их вот реально просто не беру. Надо на оценки еще посмотреть, кстати. Может быть, все-таки. Это раньше можно было брать там
все, что хочешь. Сейчас слишком много сомнений. Загородила пол экрана с собой, но просто если я сижу, ну, вот так вот далеко на диване, то будет очень плохо видно. Поэтому сегодня такой у нас стримчик будет. Пенумбра тоже играла. Пенумбра, что это? Нет, не играла. Вообще не играла. Этот мандаринчик стынет. Вянет. Но я его сейчас кушу и вся буду в мандарине. Отлично, отлично, песик, отлично сработано. Половина объектов, ништяк. Вот это сейчас самый сложный момент будет. Уничтожить, точнее остановить грузовик. Для меня самый сложный момент. Единственное, это ужасная оптимизация и графон древний. Ну да, это не очень. Привет, Кирилл. Пенумбра — это тоже от создателя Амнезии, но совершенно иная игра, она реально страшная. А на чем в нее можно поиграть? На ПК я не играю. Тём, ну так получилось. Вечером просто еще Вова будет там по радио. Я не знаю, как-то будет неудобно, если я буду стримить и включу его слушать. Миссия не прошла. Прохожу сейчас. Опа, 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 опа. Отличный выстрел, ну просто. Нет, не отлично. А вот теперь отлично. Так, 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 так. Теперь нужно две вот те замечательные машинки дождаться, и все. И я улетаю нахрен отсюда. Я не буду больше ничего здесь делать. А, она только на ПК. Привет, Вов, спасибо. Вообще меня так, наверное, не очень хорошо видно, но сегодня как-то так. Эффект вот этот эффект, который на камере называется какая-то мультяш... А, игрушечная камера, Вов. Красивый леггинс. Спасибо, Кирилл. Я фифу купил, буду учиться стримить. А чё, фифа вот это 16 уже вышло, что ли? А, в кабы было бы. Давай, Рокли. Ну, если прям вообще крутая игра, может быть, я и надумаю ее брать. Возможно. Это не леггинсы, это брюки, видишь? Вот тут вот не...
Ну, джинсы тянутся, отличные. А вот тапки у меня действительно крутые. Свои деньги получу через 4 месяца. Слушай, ну уж лучше через 4 месяца, чем вообще не получить. А, нос чешется. Как бы съесть мандаринку, чтобы не обляпаться нахрен? Есть такой способ в этой жизни вообще? О, господи. Вова, ты на мои стримы давно не заходил. Вот я вчера стримила, а ты не пришел. Ну что такое? Му-му-му! Кошка! Только не ты! Только не мешай мне, я тебя умоляю. Давай же! Надеюсь, попаду. О, нет, мимо! Это просто ужасно. Ага. Этот сейчас передумает сюда ехать. Такой, нахрена мне это надо? Нет, едет. 20 секунд! Давай, давай! Все, я вызываю нахрен вертолет и даже не собираюсь тут задерживаться. Нет, 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 я не собираюсь тут задерживаться. Просто улечу. Пошли нафиг. Я тоже на стриме мандаринку ела недавно, весь обляпался. Но когда сам ешь, еще ладно, когда на стриме, вот это жесть. Прихворал. Ну вот я тоже приболела, поэтому я сегодня... Поэтому я сегодня сижу и греюсь тут покрываться. Я бы поставил Соми 7 из 10. Графа старая, FPS проседает, атмосфера и сюжет нормально. Посмотри оценки, стримы по ней понравятся. Так стримы по ней, они просто мне напоминают чужого. Просто чужого напоминают, и все. Тебе привет от Толяна, он говорит, Сома не очень. Ну если даже Толян говорит, что Сома не очень, а он хорроры любит, я знаю. Ну тогда... Тогда все, я умываю руки. Ему тоже привет. А как он привет мне передает? Он сейчас с тобой переписывается или в скайпе? Ура, я сделала это задание наконец-то. Фу. Почему бета, ёкарный бабай? Я круто играла. Ладно. Б так Б. А плюс? Обалденно. Он в скайпе со мной говорит, зашел бы, но МГС не любит. У него такие принципы у Толяна вообще. Это не любит, то не любит. Толян, черт тебя подери. Вот тебе. Кстати, да, я теперь могу отдавать команду лошади, чтобы она облегчилась.
Разработы говорит, для собаки амуниция. Ой, вы получили сегодня ежедневную премию. Да я, ладно, заберу, окей, окей. Награду заберем. Так, оборудование напарника, что там для собаки доступно? Так, это для дедога. 100 000! Дедог, дороговато ты мне обходишься, а? Еще маскировка. Ладно, отлично. А почему я с молчуни не могу пойти на задание? Давай, Рокли, пока, чао, какао. Так, ладно. Тут мы разобрались, оружие, предметы. Ну, давайте посмотрим, что тут. Да ни хрена, я до сих пор не могу ничего прокачать. Ну, что за подстава-то творится? О, кстати. Граната, бутыль, приманка, сигнальная граната. Столько всего. Так, а где снайперки? Где там мои снайперки? Мне интересно, я могу снайпу с глушителем сделать? Так, о. Нет, это не... Блин, закрыто. Да, шот, здорово. Молчуню по сюжету дадут в команду. Надо пару миссий еще пройти. Ну ладно, пошла я тогда пару миссий проходить. О, у меня здесь внешние задания доступны. Так, непроглядная тьма. На нефтяном месторождении, оккупированном местными войсками, произошла утечка сырой нефти. Чтобы ликвидировать ее, отключите нефтеперекачивающий насос, взорвите сепаратор нефтесодержащей воды. Слушайте, я хочу, короче, все-таки поискать... снайперку с глушителем хочу. Вот хочу и все, хоть ты тресни. Так, это дробовик. Вот снайпа. Кстати, я могу ее прокачать. Ну, блин, я хочу с глушителем. Неужели здесь нету снайпа с глушителем? Да, Вов, в таких бань нафиг сразу. Наташ, привет, привет. Отлично, все супер. Так, вот эта снайпа, которая у меня сейчас есть, ладно, я ее прокачаю. О, вот оно, снайпа с глушителем, yes! Тьфу, она 18 минут будет делаться. Че, подождем, ребята, 18 минут? Снайпа с глушителем, мечта всей моей жизни, а. Так, но здесь я уже ничего больше не могу сделать. Так, стоп, а Фултон я еще не могу прокачать? Кстати. Так, это я тоже не могу прокачать. Это что, мина? Мина нафиг не нужна.
Фултон, Фултон. О, могу! Дополнительная функция позволяет эвакуировать зенитное оружие. Офигенно! Тоже 18 минут будет делать. Я иду сейчас на такое крутое задание, и, блин, у меня ни хрена не прокачано. Кстати, кого мне взять на это задание? Наверное, собаку. Ну все, поехали тогда. Поехали тогда так, как есть. Ну вот, я уже снайп с глушителем сделала, но видишь, она будет 18 минут делаться. Так, выбор напарника. Дедог. Во! Вау! У меня собачку можно одеть. Офигенно! Так, выбор транспорта, выбор персонажа, оборудование. Так, вот снайпа пусть будет. Ну, пускай будет гранатомет. Кстати, снайпа, почему он второй? А, да, на втором уровне у меня. А гранатомет что? Я не могу его еще прокачать. Кстати, а гранатомет прокачать нельзя, что ли? Крутой, крутой. Мне тоже нравится. Сейчас, подождите, я попробую гранатомет качнуть. Кота на месте убери. Отличный совет. 15 минут уже осталось. А это что такое? Где мой гранатомет? А, вот он. Вот, вот это. Отлично. Отличненько просто. Вот теперь погнали. Нажми в левой вкладке Android и изменить, что у тебя там. Изменить? Ух ты, я не знаю, я тут первый раз. Вертолет. Ой. Смотри, вертолет можно изменить. Смотри. Так, тут ничего нельзя. Короче, ни хрена нельзя. А, цвет можно изменить. Офигеть. Смотрите. Так, тут в клеточку нарисовано. Как тебе Quiet? Мне нравится. Хорошая девушка. Но она, походу, не человек вообще. Кто она, понятия не имею. Привет. Игра, ну, крутая, крутая, конечно, игра. Вообще, очень мне нравится. Не без недостатков, но я в ней залипаю все равно. Вот, я хочу такой черно-красный. Класс. Не знаю, сколько это стоит. Сколько это все стоило. Так, что еще я могу изменить? Эмблема. Эмблема, это, наверное, для мультиплеера. Вид базы. Да ладно. Я могу базу покрасить. Ух ты. Тут потом появится модификация оружия напарников. Не пропусти. Хорошо, Вов, спасибо большое. Смотри, базу можно покрасить. О, у меня база будет розовая. Ну, ништяк вообще. Ну, вот теперь я довольна. Розовая база, все как надо.
Все, поехали. Сейчас я мандаринку сейчас съем. Я беленькую сделала, а я розовенькую. Чуть не подавилась мандарин, он такой кислый. Гад. Так, ну чё? Угу. Почему у меня рука до сих пор первого уровня? Я же ее прокачивала. Не знаю, прокачивала вроде. Граната что-то не прокачанная тоже. Ладно, потом разберусь. Угу. Перекрасим сейчас босса. Вот целота. Пускай целотом будет. Погнали. Ага, спасибо. Биг мама. Ночь и тени. Слушай, походу ночная миссия. Я, по-моему, надо было прибор ночного видения брать. Да, миссия ночная, я чувствую. Что-то мне подсказывает. О, мы в Африку летим. Какой красивый вертолет. Я не против. Вау, у меня аккумулятор заряжается. Сейчас придется подменять его. Сейчас, секунду. Нефть течет из трубы. Если вы из нее строите. Сейчас я джойстик поменяю. Секунду. Сейчас стрим вылетел из-за этого. Ё-моё. У меня стрим вылетел. Отстой какой-то. Или не вылетел, не знаю. Блин. Херово. Mm-hmm.
Блин, отстой какой. А, мы видим тебя и слышим. Вы сейчас меня видели? Я там настраивала камеру. Слушайте, блин, да что такое с камерой сегодня? Короче, камера сбилась. Ладно, сейчас я ее поправлю. Да не, нифига. Не знаю, она у меня какая-то прозрачная. Ну ладно, пусть будет такая, пофигу. Я как-то по-другому теперь выгляжу. А я все равно не поняла, что он сказал, так что пофиг. Ура, новая локация! Слушайте, может закрыть занавеску? Не, ни хрена, что-то шумы какие-то. Блин, ребят, ну что с камерой за байда? Подождете немножко? Меня кот кусает. Подождите, мне не нравится моя камера вообще. Сейчас я быстро. Дебильная какая-то. Да брысь отсюда, кот. Подождем. Спасибо, что ждете. Это хорошо, что не уходите. Ну блин, Вова, ты сам знаешь, вот камера, она, короче, сама переключается как хочет просто, постоянно. Короче, это бесполезно. Она все равно делает, что хочет. Идиотск! Блин, я не знаю, она меня прям бесит. Я сейчас выключу вообще камеру нахрен. Я просто сейчас, блин, ее выключу, ребят. Блин, идиотизм какой-то. Я не могу, короче, ее настроить. Я не знаю, что за фигня. Ну что такое-то? О! Ну пусть хотя бы так будет. Я извиняюсь, жутко, дико извиняюсь. Да, 27 человек. Я тут такой байдой занимаюсь, люди только прибывают. Спасибо большое. Все, пускай так будет. Привет, Дима. Алекс, привет. Нормально, дела, все отлично. Все, погнали. Это ужасно было. Да сумасшедшая камера какая-то. Так, а куда мне бежать? А, вон туда. Эх, лошадь, наверное, надо было брать. Неужели новая локация? Я не верю в это. Тут прикольно. Кстати. Here in Africa,
что, заткнешься ты или нет? Илья, привет! Вова, а ты клетки, ловушки ставишь? Я ставлю, чтобы животных ловить. Буду ставить, короче. Так, а куда же мне лезть-то надо? Странно, здесь он на такие горы залезает. В той локации он вообще никуда не мог залезть. Где Санта-Барбара? Санта-Барбара, это что ты имеешь в виду, я не поняла. Никакой Санта-Барбара. У нас тут серьезная мужская игра. Какая Санта-Барбара? Ты че? О, новые растения. Она ядовита, но ее можно использовать в качестве лекарства. А, отлично. О, это че? Меня запалили. А, ставишь? Молодец, что ставишь. Я только вчера начала ими пользоваться. Так, меня какой-то африканец сумасшедший заметил. Так что, они теперь на русском не будут разговаривать? Печально. Так прикольно было. Ах ты, нигер подозрительный. Для чего тебе животные? Как для чего? Мы спасаем животных тут. Из горячей точки, понимаешь? Животных нужно спасать. Кстати, нахрена он мне нужен? Ладно, пускай будет. Во-первых, если ты все редкие животные, короче, на свою базу притащишь, то у тебя будет достижение. Это во-первых. Ну, во-вторых, мне нравится это делать. Кстати, Вов, у меня не получилось сделать то, что ты говорил. Я посидела в мусорном ящике, выкурила 5 фантомных сигар, мухи вокруг меня летать почему-то не стали. Я вернулась на базу, и заставки не было. Где Молчунья? Молчунья со мной пока не может. Она пока не может со мной на задание ходить. Не ходит она. Не ходит, не бродит, короче, ну нифига. Вы что такие подозрительные?